Искусство, в котором органично сочетаются музыка, танец, пластика, мимика и жесты. Театр балета имени Юрия Григоровича на этой неделе побывал в нашем городе. Краснодарский театр классического балета является первым подобным театром края. Несмотря на небольшой возраст, основан он был в начале 90-х годов 20 века, краснодарский балет признан одним из лучших в России. Нашей кубанской труппе рукоплещет публика двух российских столиц – Москвы и Петербурга. А собрать такие залы дорогого стоит. Зрителями балетного спектакля в Славянске на Кубани стали юные жители города, учащиеся первых пятых классов. Заинтересованные взгляды ребят, безотрывно устремленные на сцену, говорили о том, что у искусства, даже такого сложного, как балет, нет возрастных ограничений. Дети, правда, очень маленькие, они могут быть не готовы. Конечно, надо им как-то, так сказать, уже начинать постигать искусство. И музыку, и балет, и танец, и все. Так что пусть они знакомятся, дети, уже надо, пора. Даже таким маленьким детям надо уже приобщаться к искусству. Артисты балетной труппы, сменяя костюмы один за другим, показывали на сцене фрагменты из известных произведений. Из «Дон Кихота» вы увидите фрагменты, из «Спящей красавицы» вы увидите фрагменты, и из балета «Спартак» Григоровича тоже. Так что это целый ряд очень интересных будет, разных, программ очень разные, разнообразные. И специально для детей мы готовим их, и «Стражники» для детей, веселые номеры из балета «Чиполлино». Я думаю, что им понравится. Краснодарский театр балета – это коллектив, ориентированный на академическую традицию русского балета. Он пользуется заслуженной популярностью, и попасть на их выступления в краевой столице может не каждый. Гастрольный тур под названием «Театр детям», который сейчас проходит по районам Краснодарского края, позволяет детям Кубани с самых ранних лет приобщиться к волшебному миру классического танца. Ведь балет на протяжении уже нескольких веков является гордостью России – одной из наших визитных карточек на мировой арене. Тина Копачевская, Игорь Иванчугов, программа «События».